Церковно-общественная природоохранная организация при Московском патриархате обратилась к российским властям и общественности с призывом перенести начало сезона охоты в России на более поздний период в связи с празднованием Пасхи. «Мы призываем власти регионов Российской Федерации и все благонамеренные силы общества изменить график открытия сезона охоты таким образом, чтобы они не затрагивали канун Пасхи, сам светлый праздник и всю Светлую Седмицу», говорится в заявлении Совета этой организации. По мнению ее руководства, перенос сроков охоты может стать еще одним шагом к изменению существующего порядка в отношении к природе. В обращении отмечается, что в подавляющем большинстве случаев убийство животных на охоте является не жизненно важной необходимостью, а всего лишь забавой и развлечением. Между тем, говорится в обращении, христиане призваны к милосердию не только к людям, но и к животным. Сострадание не может быть избирательным. Нельзя любить людей и в то же время истреблять другие творения рук Божьих, подчеркивают представители организации, действующие при отделе по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ. Авторы документа выражают сожаление в связи с тем, что в современном обществе укрепляется образ человека исключительно как потребителя природных благ, не обязанного заботиться о сохранении окружающего мира.